В воскресенье в Приднестровье отметят широкую масленицу. В столичном Екатерининском парке будет много блинов, а еще большой хоровод и русские забавы. Ледяной столб и битва на подушках. Завершится праздник факельным шоу и сжиганием чучела масленицы. С 10 утра в парке будет музыка и интерактивные фотозоны. Развлекать гостей будут скоморохи. Девушки в русских народных костюмах будут угощать всех бубликами и пряниками. А любителей зрелищного спорта ждут на роллер-дроме. Там пройдут показательные выступления скейтеров и роллеров. Все желающие могут поучаствовать в состязании по перетягиванию каната и армрестлингу. Спортивная площадка будет задействована, и там будут спортсмены, всеми любимый конкурс на ледяном столбе. Это всегда не только ради подарка делается, это проверить свои силы, мощь. По традиции будет много угощений. Конечно же, блины со всевозможными начинками, а еще шашлык и вкусный чай. Всех деталей праздника в Тирасполе организаторы гуляний не раскрывают. Говорят, будет много сюрпризов. Ну а те, кто не хочет ждать выходных, смогут посетить мастер-классы в Доме народных традиций и ремесел. В будни там будут мастерить сувениры и открытки.